Всем привет! Я нахожусь в ресторане на Мадейре. Это португальский ресторан. Здесь придумали обалденную вещь. Стейк с кровью кладется на нагретый камень, и ты готовишь и кушаешь сам. С обалденным соусом. Аэропросом? На самом деле никогда такого не было. Это фантастика. Желаю вам заказать таких камушков на даче и попробовать сделать это. А, народ будет в шоке. Видишь? Perfect. Ну, намаз. Они еще камушки меняют, то есть можно готовить как хочется. Так, сидишь ты 2 часа и трескаешь, и не остываешь.